Всем здравствуйте, народ! Если, конечно, доброе утро, если вы еще только встали. И добро пожаловать на мое новое видео по The Return to Sonic. Меня зовут, как всегда, на этом Фокси. И давайте погнали проходить челленджи по Sonic. Так. Первый челлендж у нас Starting Fresh. Все на семерке у нас. Окей. Поехали. Первый челлендж у нас все на семерках. Let's go. Да, сегодня мы, ребята, будем проходить полностью челленджи. Ну, не знаю. Окей, главное запомнить, что надо делать здесь. Окей, это просто челлендж начинальный, просто 7 на 7 и так далее. Ничего, мы его сможем пройти. Окей, так, ну это будет немножко скучно, так что, пожалуй, скип. Я это все дело. Так что, да. Это будет немножко скучно проходить челлендж, так что я буду ускорять этот процесс, чтобы мы смогли пройти все челленджи. Так что, да, для вас это типа 1 секунда, а для меня целые часы или минуты. О, уже ушли. О, еще, кстати, теневой Соник есть. Золотой появился, понятно. Окей, Марио Соник идут. Вот сейчас он бегает туда-сюда. Здесь все еще стоит. В принципе, никого больше нет. Так, никого нет. Какие Тейлз не двигайся. Стой на месте на своей бухте. О, ушел, отлично. Я иду из офиса. 6 утра. Что ж, идем на следующий челлендж. Окей, Starving Fresh мы полностью прошли. У нас галочка даже стоит. Окей, второй челлендж. Plumber Panic. Паника водопроводчика. Так, у нас паник стоит на нуле. На 2 сценария наш на всеобщий, на 20 золотых паник и на троечке. Поехали. Plumber Panic. Паника водопроводчика. Паника водопроводчика. Окей, за первый челлендж нам дали галочку. Теперь мы идем быстро ко второму. Окей, по идее мне тоже ничего не дали. Окей, ну тут у нас будет Марио... Тут не будет у нас Соника и Тейлза в этом челлендже. У нас тут будет Марио, Золотой, Соник, Йоуши и Теневой. Окей, вот он сидит уже.
Марио же здесь. Йоуси все еще спит. Сейчас нам на этот раз не нужно проверять бухту. Такие вот Марио. Так, ты что еще на 10 сидишь? Так, теневой рядом с Йоуси стоит. Он там смотрит на Йоуси. Так, и Марио скоро тоже придет. Окей, прячемся. Проходи, Марио. Окей, Йоуси на кухне стоит. С грибочком тоже его. Работать, и могу тоже шкафчик от него использовать, чтобы спрятаться от золотого слоника. Да, золотого слоника можно либо шкафчиком, либо планшетом. Либо шкафчиком, либо планшетом. Марио тоже идет. Окей, вот и Марио. Ну нет, 5 часов есть. Let's go. Второй челлендж пройден. Окей, так. Кстати, конечно, получили галочку. За Plumber Panic мы тоже галочку получили. Ей! Окей, третий челлендж. Олимпикс. Окей, Соник Марин 15, Йоши 17, Йоши 13. 10 и 10 вот эти. Окей, третий челлендж у нас Олимпикс. Это значит, что тут у нас будут активны это все персонажи, но Золотой Соник и Золотой Соник и Тени Соника будет на десятке. Олимпикс. Окей, здесь у нас тоже все носы. Давайте пока что на сцене можно Тайоза подсвечивать. О, уже ушли, хорошо. Теперь ждем Соника. Он, короче, на этой камере он как будто делает рывок. Я не хочу сюда с камеры пойти. Ты идешь, хорошо. Тейлз, но нет, 6 утра. И третий челлендж пройден. Окей, Starting Fresh мы прошли. Plumber Panic мы тоже прошли.
Olympics тоже дали галочку. Окей. Tails на 20. Остальные таких очень сладких. Бонусом 16-10. Окей. Следующий челлендж у нас типа Maintenance. Maintenance или что это такое? Это четвертый челлендж при этом. Maintenance. Maintenance panel что ли? Самым активным это сам Tails. Остальные будут как себе. Эй, Соник, здорово. Так что можно Тейлза подсвечивать. И вот тебя свети Тейлз. И ты даже двигаться не сможешь. Я тебя свечу, Тейлз. Ха-ха-ха-ха-ха. Окей, кастомная, так. Сеттинг фрешмент, не пломбир фрешмент. Олимпик тоже. Мейтенанс я тоже прошел. Окей. Шоу тайм. Шоу тайм. 20, 17, 14, 15, 5, 3. А следующий челлендж нас ждет шоу тайм. Там у нас будет Соник на 20, Тейлз на 15. Золотой Соник на 5 и Шэдоу на 3. Ну и Марио Йоши тоже на такой высокой сложности тоже. Окей, челлендж шоу тайм. Окей, Соник уже сразу пошел. Окей, буду посвящать Тейлза сначала. Золотой Соник на пятерке, а теневой на тройке. Так что проблем не будет. Так. Да блин, как так уже он успел уже? Да хватит, Соник, так быстро приходить уже! Да только пятый челлендж и уже бомбить начинает. Это уже пятый челлендж, погодите. Так, чекаем. Я его недавно прогнал, а чё он так мало времени дает?
прячемся. Окей, ну шо, это хорошо. Видел тебя, Соник. Давай, пробегай. Окей, закончил он. Окей, пока что остальных нет, так что можно проверять. Пока что нет. Соника нету, вот это хорошо. Хайд. Мари уже идет, хорошо. Окей, вот и Соня. Бегать он закончил. Странно, где Марио, погоди. Он что, назад ушел? Уйди, убейся, глаза красные. Это Соник. Да, уходи. Отлично. Локи. Вот и Йоуши. Вот и Марио. И Марио проходил. Вот и Соник. Так, 3 часа ночи. Так, Тейлс идет. Так, 8-8 камера, 3 часа ночи. Где уже Соник вопрос?
Окей, вроде бы остальных нет. Окей, зато прогнал. Мари уже здесь. Вот Соник. Давай, пробегай быстро. Теперь Марио. Четыре часика. Соник. Да, пробегай. Окей, 5 часов. Тейлс уже здесь. Еще нет, это удивляет. Окей, Йоши здесь. Так, уйди, Тейлз. В принципе, Тейлза можно не проверять больше. Шесть утра, и пятый челлендж пройден. Окей, так. Окей, да, сколько мы прошли? Раз, два, три, четыре, пять. Что там пройдет? Даже тоже галочку. Detention. Окей. Это уже 100 челлендж. Соник в моей смерти. Йоши на нуле. Тейлз на десятке. 90-е принципы. Это же у нас 6-й челлендж. 90-е принципы. Окей, на 90-х принципах там у нас будут активные... Золотой Соник на 20, на 17, Шэдоу Соник на десятке, Тейлз на семерке, Марио и Соник, Йоши вообще не будет. То есть, получается, на этом челлендже не надо Йоши. Oh, no. Oh, no. Самым активным у нас будет Золотой. Мерки на Марио и Сони. Тейлз вообще на десятке. Наполовину он будет активен. Oh no.
no, 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 no. Oh no. Down the face. Fight. Fight. Так, ты на четвертой камере. Золотой сидит. Теперь пропал. Он, кстати, быстро пропадает. Опять он пропал. Секс стоял, шестой челлендж пройден. Окей, ребятки, посмотрите, сколько мы прошли. Так, это мы прошли, это значит 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13 tension. Complete. Окей, давайте теперь еще и последний челлендж пройду на сегодня, это Yoshi's Island. У нас стоялся Sonic на нуле. Окей, давайте еще 7-й челлендж, пожалуй, будем заканчивать. Yoshi Island. Остров Yoshi. Давайте пока что 7-й челлендж, что будет последним на сегодня. Yoshi Island. Окей. Yoshi Island. Остров Yoshi. Окей, тут у нас не будет ни Соника, ни Тейлза. У нас будет Марио, Йоши, Золотой Соник и Шэдоу Соник. Yoshi Island. Остров Йоши. Окей, Йоши у нас теперь идет. Окей, Йоши первый идет. Окей, 90-й тенджин я прошу. Окей, и тоже Марио пошел. И прячемся. Окей, сидим тут пока что. Окей, вот зеленый Йоши смотрит опять на постер. Там его злой Йоши пытается достать. Окей, Марио уже здесь. Окей, Йоши теперь у нас здесь. Окей, час ночи. Марио и Йоши идут ко мне. Гиг-гиг-гиг.
Окей, Йоши уже тоже идет ко мне. Все, он теперь тут сидит. Он сделал свой гриб. Окей, Йоши себе гриб съел. Так понял, у него на тарелке нет больше гриба его. Это значит, что Йоши съел этого гриба зеленого, который там он левелапу дает. Йоши его, видимо, съел. Проходи уж. Окей, на сцену, но он не откатился. Окей, теперь Марио. Золотой появился. Золотого прогнал. Окей, теперь Марио можно ждать. Oh no! Вот и Марио. Марио на шестую откатился. А Йоши на четвертой камере. Йоши на пятой, Марио на седьмой. Окей, второй этаж. Окей, Йоши опять съел грибок. Вот, 3 часа ночи. Одеваем. Окей, Йоши, проходи. Окей, теперь на Марио идет. Окей, Марио, давай заходи. Давай маску. Окей, Марио, проходи. Золотой. Окей, пока золотой слоник. Так, Йоши на второй. Oh no!
тебя прогнал. Окей, давай, Соник, иди ко мне. Окей, я вообще опять гриб съел. О, 5 часов, отлично, почти челлендж прошли. Так, давай, ночь, заканчивается. Окей, прячемся. Марио дознал. О, я очень на сцене, это отлично. Золотой люди. Все, давайте просто ждать. 6 утра. Мы уже прошли ночь. О, вау. Окей, все, давайте посмотрим, сколько я прошел. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Йо Шеллен тоже взял руку. Окей, сколько осталось? Челленджи еще осталось пройти. О, вау! Окей, так. Окей, нам осталось только 5 челленджей пройти. И это круто! Ну что ж, сегодня прошли 7 челленджей и закончили на Yoshi's Island. Так что да. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, и хотите видеть больше Ольга, с вами был я. На этом Foxy Game Channel 64. И в следующем видео мы будем проходить оставшиеся 5 челленджей и заканчивать The Return to Sonic. Так что да, it's time to take final bow. И обязательно подписывайтесь, мне будет очень приятно, пишите комменты.